Многих поклонников сериала «Отель Элеон» интересует, будет ли четвертый сезон или третий сезон был последним. Третий сезон закончился весьма логично. Даша вышла замуж за Петю, и они собираются жить в Сингапуре. Егор остался ни с чем. Софья и Джекович, судя по всему, тоже будут вместе. Как бы на этом историю можно и окончить, тем более, что сами создатели сериала объявили, что третий сезон сериала будет завершающий. Но вот когда пошли титры, было слово «конец» и знак вопроса. Так что есть большие шансы, что зрителей ждет продолжение полюбившегося сериала, тем более так и не показали, куда же пропал Паша. В общем, если и будет четвертый сезон, то не раньше, чем осенью 2018 года. На этом все. Спасибо, что слушали. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал.